Что тебе хрену надо? Ну а что молчишь здесь? И снова всем здрасте. Пошли мы за грибами, за опятами. Сказали, идти надо вправо. Сейчас мы дальше пройдем и пойдем вправо. Я предлагаю влево, потому что все гонят вправо. А я говорю, надо идти влево. Выслушай, говорит, бабу до конца, но сделай все наоборот. Но мы пойдем прямо. Жарко у нас сегодня почему-то. Вот такие здесь эти участки красивые. Ну и так далее. У меня сегодня помощник прикатил в гости. Я за ним следом иду. Вот, пожалуйста. Ну такой помощник, что сделаешь? Никуда от него не денешься. Вот еще. Вот такое тут. Во. А ну-ка, тут есть что-нибудь? Конечно, есть. Вот они. Вот они. Все тут есть. Просто помощник не глазастый у меня совсем. Он вот так балкон себе, не балкон, а это. А вон квартиру почти на вот этот веник на башке сделал. Я доверяю ей рубить все. Коси коса, пока роса. А ядреный, да? Пойдет. Че пойдет? Он чистенький, хорошенький грибочек. Че пойдет? Я ей говорю, пойдет. Ну-ка вот это. Подожди. По порядку, только не сломай его. Я знаю. Утяни, ну-ка перекурни. Ну-ка вычищай все это. Вот отрежь еще шляпу. Еще режь. Вот так. Во-во-во. Ой, он ядрененький. Ну-ка там подбери еще гниль всякую, выкинь. Ой. О, это вообще отличнейший. О, вот это мы удачно вышли на охоту. Выкинь его. Кого? Вот этот выкинь, 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 выкинь. Вон там где-то еще были. Вот тут где-то были. Во, ну-ка разверни, покажи мне их. Нормальный. Вот еще один ядрененький. Тю! Все. Ну вот. Получилось все у нас. Все хорошо. Сейчас еще поищем. Дальше поперли. Да не, не снимай я тебя. Я просто показываю, как люди грибы собирают. Лежа! Лежа, но... Под топольников навалом, но они все гнилые. Ну не все. Не все, да? Нет, не все. Вот они. Ну вот. Мы опять с опятами будем сегодня. Вот такой пенечек. Красивый я уже отбираю. Она тоненькая вот всего. Осинка. А у нее зато вот как тут красиво все сделано. И мое ведерко стоит уже под завязку. Находимся мы вот в таком месте. Там внизу ручей мокрый. Он не течет, но мокрый. Вот такие здесь заросли. Ну ладно, буду добирать. У меня еще и пакет. Я с Серегой два ведра набрал. У него, короче, 15-литровая полная. А второе вот такое полное почти уже. У него махом как-то получается. Он горстями гребет. А я пока найду. А вон еще вижу. Все, я собираю. Beep.